Сегодня Святая Церковь чтит память одного из самых почитаемых на Руси православных святых, дивного угодника Божьего, великого предстателя пред Господом и небесного покровителя, святого Николая Чудотворца. Не счесть чудес, сколько свершил святитель Николай по просьбам, слезам и молитвам верующих, как при жизни, так и в течение полутора тысячелетий после смерти своей. И сегодня трудно встретить человека, не слыхавшего ни разу о святом Николае Чудотворце. А ведь он был удивителен еще с самого младенчества. Рождение его, крещение, первый год его жизни – всем он являл свет будущей своей славы великого чудотворца. В отрочестве и юности он почти не выходил из храма, молился, да впитывал в себя все великие знания и наставления святых отцов церкви, взращивая в себе достойное жилище Святого Духа. В вопросах веры он был подобен опытному старцу, в вопросах человеколюбия и милосердия не было ему равных. Что сказать, все только дивились такому угоднику Божьему и глубоко его уважали. Когда отправился Николай в Иерусалим, священный город принял его как великого паломника, распахнув пред ним запертые двери храма на горе Сионской. И поклонясь всем святым местам, связанным с земным служением Господа, святой Николай решил удалиться в пустыню, стремясь к безмолвному житию. Но глас небесный возвестил ему об ином пути, ожидающем его. «Вернись на родину и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое». И подал Господь Николаю Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь – амофор. И действительно, вернувшись домой в Миру Ликийскую, был он избран епископом. Ибо при выборе нового архиерея одному святому отцу был в видении указан избранник Божий – святой Николай. Принес святитель в свою епархию мир и благословение Божие. Являясь великим подвижником, он являл собой образ кротости, незлобия и любви к людям. Но в вопросе чистоты веры он был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Сокрушал идолов и обращал в прах капище, пресекал на самом корню неправомыслие и суетное мудрствование, обличал закоренелых еретиков, врачевал падших и уклонившихся по неведению. Господь спас его от смерти во времена гонений нечестивца Диоклетиана, и святитель Николай спас от смерти сотни людей, и невинно осужденных, и утопавших в море, и умиравших от голодной смерти, и даже умерших. Долго берег Господь своего угодника во благо всего мира, забрав его к себе уже глубоким старцем. Но и с небес святитель Николай помогает и поныне всем испрошающим его заступничество. И нет на русской земле ни одного места, где бы ни стоял Никольский храм, место, где можно поклониться святому Николаю Чудотворцу. Декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.